На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, группа немедленного реагирования и кинолог с собакой. Полицейские эвакуировали учащихся, оцепили территорию и провели тщательное обследование здания. В результате взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Одновременно полицейские вели розыск звонившего. Спустя час в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в ложном сообщении был установлен и задержан. Им оказался 30-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время по факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальный срок наказания по этой статье до 3 лет лишения свободы.